Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы решили показать наше неординарное выступление, поскольку мы молодежное поколение. Что ты улыбишься? Итак, мы же договаривались сами, что это вообще, что это было за выход такой? Мы же договаривались, что будет эффектный выход, большой, красивый. Старикашка, подожди. Молодежное поколение, это мы. И мы сделаем весь зал молодым. Да ты что? Давай посмотрим, как вы сделаете весь зал молодым. И меня в том числе. Давайте покажите что-нибудь. Исполняет Григорьев Иван. Пьеса Чуйковского. Подождите минутку, я перезвоню. Как ты играешь? Я тебя не так учил. Я тебя повеселее. И побыстрее. Терминатор. Раздевайся. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Либо у тебя есть новый вариант. Мамбармия. Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Вот так вот, понял? Воу, старикашка, погоди, не приставай к ведущему. Ну вы же сами сказали, что давайте по молодежи что-нибудь покажем. Давайте. Вообще, знаете, дорогие друзья, на самом деле в зале сидят те люди, которым вообще пофигу, что мы показываем. Молодежная, немолодежная. И вообще, мы хотим поблагодарить наших болельщиков. Спасибо вам. Особенно нашему родителю, который говорит так. Заплатите, а потом поедем. Спасибо вам большое, особенно Миша, вы видите, за все Миша, спасибо вам, извините. С вами была команда «Алиби» в городе Волгодонск. Спасибо.